Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, я забираю две награды у нас тут. И, как я вижу, меня скинули до Лиги Сёгунов аж две звезды. Это за два-то дня, которых я не играл. Меня вот так вот шваркнули. Не, я не верю в это. Ага, все-таки шваркнули. Ранг 80, ребята, сегодня у нас четверг. Ну, буквально через 40 минут уже будет пятница. А я, как говорится, еще даже не в Лиге Мастеров. Ну, как вот тут, ребят, как вот мне быть, а? Скажи-ка вот мне на милость. Ладно, давай будем сегодня опять, как-то, я не знаю, буститься, не буститься, потому что сегодня короткий выходной, сам понимаешь, да? Завтра я еще хочу пойти на тренировку, то есть, соответственно, еще минус где-то полдня у меня выйдет, и останется совсем чуть-чуть времени для того, чтобы как-то здесь бустануть, потом два выходных, и это, получается, уже будет... В следующий выходной в воскресенье, даже в понедельник. Нет, так, ребят, дело не пойдет. Надо действительно сегодня ускоряться. И ускоряться не шуточно, по полной программе. Ну что ж, давай попробуем. Обычно, когда я за что-то берусь, в принципе, все это выполняю. Чего бы мне это ни стоило. Но если я все спущу на самотек, соответственно, никакого выхлопа не будет. И, возможно... Фигушки нам будут, как говорится, 75 платиновых осколков, ради которых, в принципе, я все это и затеваю. Так, Макмана, у тебя, оказывается, ураганчика-то нет. Ладно, будем делать топотун. Плюс смертельная волна от Бакстера. Такс, ну давай, наверное, с гранатомета тогда уж добивать их всех. Все, это у нас была лишь серия испытаний. Так, дальше у нас идут поиски предметов. Потом надо будет поднять уровень персонажа. А мутагена у нас с тобой очень мало. Да. Ну что, кожеголовый, давай-ка начнем, пожалуй, потихонечку. Нам нужно с тобой найти 15 комиксов. Ну, уже 14. Так, 13. Ну что, поехали. 13, получается уже 12. Кукла Дарума, это все не то. Так, 11. Портрет короля какой-то нам лезет. Да. Ну, в общем, мы видим, да, итог. Какие-то комиксы несчастные мы с тобой не можем найти. Просто не, они не поддаются, ребята, мне на поиски. Я уже выполнил задание. А нужно еще 11 комиксов найти. Так, ну что, у нас там будет поднять уровень персонажа. Это я, пожалуй, буду делать позже. Так, сейчас окно закрою, а то там самолеты летают. Не хочу, чтобы это все было слышно. Так, ну что, турнирная арена, испытания. Испытания у нас с тобой. Я все жду, ребят, естественно, черепашью бурю. Но пока еще не пятница, поэтому буду я, наверное, здесь. Так, здесь у нас, получается, тратится пицца. Давай, будем тратить Эйприл. Так, нам выпадает здесь книжка. 4 доллара. Вот, 50 жетонов. Быстро мы как-то с тобой здесь пиццу, если честно, потратили практически моментально. Так, кольцо крутости. А подожди, а почему 3... Почему? Блин, какие 30 жетонов? Вы что, ребята, мне вот это надо было. Эйприл Кунаичи. Вот, 40 жетонов. И еще 40 жетонов. И пока есть у нас сыр, поэтому тратим его весь. Шинигами. Все, ребят, больше я ничего не могу сделать. Единственное, что за 6 можно вот здесь вот. Ага, 4 серебряных осколка. Так, ну что, остается у нас турнирная арена. Давай будем пытаться. Ага, 16-21 я вижу. Уровень бойцов у нас, которые против нас будут выступать, 60-й. Поэтому здесь начнем, наверное, знаешь как? Возьму Армагона. Ну и, конечно же, с помощью Армагона мы будем отыгрывать более слабых персонажей. Соответственно, я больше уверен, что Армагон меня здесь не подведет. Сразу с одной плюхи будет выносить всех. Потом пойдет Супер Шреддер, Усаги, Леонардо. И вот таким вот образом мы с тобой потихоньку
доберемся до высокого уровня бойцов, да, соответственно, там придется уже тратить нам по 2 отката. В данный момент у меня 50 их, это то есть на 25 поединков, что немаловажно. Но вначале нам нужно, естественно, подняться хотя бы в лигу мастеров. Одна звезда, хотя бы. Так, ну что, давай, 16-21. Я вижу, здесь 3 Микеланджело. Ну, соответственно, я возьму, наверное, здесь... Так, Усаги, ты подождешь пока? Возьму Супер Шредера и 1, 2, 3, 4. Я больше уверен, что за счет Супер Шредера мы, конечно же, здесь сейчас всех накажем. Ну, а если вдруг кто-то выживет, надеюсь, все-таки своими силенками мы уже там справимся. Но, как видишь, силенки нам не пришлось здесь тратить. Все отлично получилось без вспомогаловки. Ну что же, двигаемся тогда далее и смотрим, на какую позицию мы перейдем. Давай 40-ю. 48-я. Ладно, тоже неплохо. Давай-ка выбирать, наверное, вот это. Слишком много у нас, да, получается. 16-21. Это вот такие вот у нас количество кубков. Возьмем здесь Ваню. Да, наверное, я возьму здесь только Ваню. И на всякий случай мы вот возьмем Железноголову. Это чисто моя уже перестраховка идет. Хотя, честно говоря, Ванька мог бы и сам, наверное, справиться. Но сейчас посмотрим. Если он, например, возьмет гранатомет и шмальнет, все ли упадут? Все. Но, видишь, а могли бы и не все упасть. И поэтому я бы, опять же, себя корил за то, что вот, не перестраховался, не взял кого-нибудь. Поэтому, как говорится, береженного Бог бережет. Ну что, 32-я позиция, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, и тут у нас... Блин, а может быть дадите мне все-таки уже... Нет, не хотят они мне давать. Ладно, придется с ними соглашаться. 16-21, я возьму Бакстера, Стокмана, естественно. И, наверное, здесь возьму Зека. Бакстер и Зек. Ну, в принципе, они должны, ребят, тут все разрулить. Естественно, Зек будет ходить первым, кинет свою бомбочку. Отнимет не так много ХП. А вот Бакстер, надеюсь на его, конечно же, смертельную волну, с возможностью повесить на них... А, у нас Рафаэль потом еще ходит. Повесить на них постепеночку. Слава богу, этого нам, как говорится, пришлось избежать, потому что сразу же они упали от волны. Не надо было никого травить. Ну что, 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 какая? Давай 15-ю. О, шикарно. 15-я позиция взята. Значит, вывод такой, что если мы сейчас успеваем вот после этого поединочка перейти в следующую лигу, то все шансы в Лигу Мастеров 2, может быть, даже в 3 звезды. Нет, в 3 звезды вряд ли, а вот в 2, наверное, все-таки мы сможем зайти. Шикарно ударил. И, конечно же, наш Крок добивает этих хламонов. Все. Четенько появилось. Двигаемся, естественно, дальше. Ну, да. Лига Сёгунов 3 звезды. Если мы сейчас будем также по 15-20 ступенек ой, 15, ну, от 15 до 10, то это, ребята, уже будет очень даже хорошо. Давай-ка, наверное, вот этих вот отыграем. Вот хочется мне вот так вот взять. 4 брата акробата. Ну и Джастин тут, конечно, не в тему. Лучше бы тут был либо Сплинтер. Да, наверное, лучше бы был бы здесь Сплинтер. Он бы вписывался вот в эту вот команду 100%. Замечательно, Лео, ты красавчик. Уложил всех, даже не надо было Джастина сюда, как говорится, поднапрягать. Ну что же, давай смотреть, сколько позиций мы будем пролетать. Ох, мало, 11 всего лишь, ребят. Всего лишь 11 строчек. Ну это что-то как-то несерьезно. Это не, это совсем, ребят, несерьезно. Раз, два, три, четыре. 11 строчек. Ладно, придется нам туда где-то 9-10 поединков сделать. Подраться. Четенько. Крен, как всегда, здесь был на высоте. Все у него хорошо получилось. Всех поджарил, всех подбил. Ну что, мы продвигаемся дальше. И смотрим, с 85-й получается должна быть 70... Ага, 72-я. Ну, почти, ребят, почти.
там сколько? Почти 10, даже 12 строчек он пролетел. Вот как думаешь, Усаги здесь один справится? 65-64 уровни. И самый неприятный вот персонаж в этой команде, который сейчас будет, это Леонардо. Я думаю, не надо никому объяснять, почему именно он. Мало того, что у него массовая атака есть, так у него еще есть отхил, который может нам навредить. Так, я думаю, что он погибнет все-таки от постепенки, поэтому я трогать пока его не буду. А вот здесь надо было ударить. А, ну тогда делаем массовую атаку от Леонардо. Космос. Есть. И тут просто придется нам добить. Все, ребят. Ну что, Усаги молодец, красавчик. В принципе, хоть он их и не сразу уничтожил, но постепенно урон повесил на всех. Ну что, 72-я, давай-ка мне 60-ю. Ага, 61-ю. Ну ладно, все равно, это все равно, ребят, еще нормально. Единственное, что вот тут вот, конечно. Раз, два, три. Блин, вот как-то этих брать тут, ну вот вообще нет никакого желания. Ну, ладно, сделаем тогда вот так вот. Отыграем сейчас 70-ников, а уже малышей будем отыгрывать с помощью, наверное, Армагона. Да, наверное, так будет эффективнее. Возьму провокацию. Почему провокацию, ребят, беру? Потому что сразу усиляется команда у меня. Ну, как видишь, на атаку идет усиление. Плюс помощь Криса Брэдфорда. Он еще себе и крит повышает. Что очень даже хорошо. Так, давай я, наверное, вмажу Шреддеру. Так, иммунитет, видишь, это, конечно, немножко неудобно. Потому что я хотел Змейковьюном повесить на них дебаф. Ладно. Придется тогда вот так бомбить иглами. Придется бомбить иглами и нашу команду. Нет, я не буду, наверное, сейчас, ребят, ничего делать. Просто вот так вот ударим. Как мы видим, запрет на хил сделали нашему Рокзару. Этот повышает на критовку. Так, пробиваем Леонардо. В нас летит бомбочка рисованная. Так, ну-ка, сможешь пробить? Красавчик, минус Донни. Давай-ка попробуем Рафаэля. У него уклоняшка там. Но все равно пробили мы его. И добивка Рафаэля. Все, ребята. Хорошо сейчас разыграли, прям вот как по ноточкам. Все идеально получилось. Каждый боец, как говорится, был на своем месте. И все у нас получилось. Так, 44-я позиция. 44-я позиция. Наконец-то дают нам 16-22. И давай, поехали. 70-ники. Но не забывай, что у противника уже 66-й уровень. Практически мы сравнялись по уровню, но не забывай, что противник все равно будет меня, как тебе сказать, сильнее будет он. Надо нам вначале морозилку уничтожить. Потому что если я сейчас буду все суперудары. Вот, вот теперь можно тратить суперудары. Но видишь, Рафаэль оригинал сделал иммуночку. Так, ну что, Донни, давай. Хорошо, но не совсем. Крысы, вот. Давай, родные. Отлично, минус двоечка. Так, Бакстер неужели будет выполнять свою вот эту смертельную волну? А, не успеет он, все, ребят. Не понял, крыс, ты как выжил? Как он умудрился, ребята? Нейтрализатор бомбанул, извини меня, с гранатомета. И он выжил. Интересно. Так, и у нас 33-я позиция. То есть, ну, грубо говоря, возьмем 3 поединка. Еще нам нужно будет отыграть. Так, 16-22. Немножко опоздал я. Вот, тут есть у нас 16-22. Давай берем, тут еще главной майки нету. А вот персонаж. Хотя, подожди, у нас еще есть. Есть персонажи, но как бы тебе сказать, 67-е против 60-х. Не знаю, если, конечно, брать под провокацию. Сейчас попробуем. Так, меткость понизим. Не всем, но тем не менее понизили. Нам надо, чтобы Эйприл упала. Все. Уже будет, ребята, полегче. Это меткость пониженная, ребята. Повезло нам, что он не бомбанул. Да ну хорош вам. Смотри, что творят, а.
всеми способами, да, что у них были, они все-таки, ребят, на тебе. Фигня получается. Просто я хотел провокацию взять. Что ж ты делаешь-то, а? Окей. Давай порубашим слэша. И остается Донателло. Давай вот. Кистью змеи. Руки змеи, можно так назвать, да, у Крайки. Все, ребят, отлично получилось, но было опасно, потому что у нас мог бы один из бойцов упасть. Ну что, 20-е? Даже 17-е. Так, 16-22. Ну что, я, как и обещал, буду, наверное, отыгрывать через Армагона. Я беру Армагона, и дальше у нас 1, 2, 3, 4. 60-х и 65-х, в принципе, Армагон просто стирает в порошок своим суперударом. Вот о чем и речь. Блин, ну мы до Лиги Мастеров-то доберемся сегодня или нет, а? Не, доберемся. Ну, хотелось бы, конечно, до двух звездочек, но это... Это нам пока не светит. Окей. Ладно, ребята, завтра еще будет у нас денек, как говорится, да? Завтра мы обязательно постараемся дойти все-таки до топового места. Раз, два, три. Тут очень меня нервирует Майки. Майки вот именно этот. Плюс ты не забывай, что здесь еще кролики. То есть два топовых бойца по инициативе. И они упали. И они упали. Что же. Об этом только я и мечтал, чтобы они упали. Так, ну вот, наконец-то, ребята, мы в Лиге Мастеров одна звездочка. Уже который раз мы сюда. Второй, по-моему, да, возвращаемся в Лигу Мастеров. Ну что, я беру Армагона, я опять же беру Супер Шреддера. Сколько у нас еще бойцов? О, бойцов еще прилично, кстати, мы можем... Можем даже очень сильно приблизиться к Лиге Мастеров 2 звезды. А может быть даже и попасть туда. Ну, естественно, придется откаты потратить, ну, а как же без этого? А уровень у наших противников уже какой там? 72-73. То есть, посмотри, как быстро, да? Недавно только были 50-ники, и уже 73-е. Вот так вот. Вот так вот они растут, прямо на глазах, как грибы. Ну что, какая позиция у нас будет? 80-е? Угу, 81-е. Так, а может быть, все-таки дадите мне, там, например, 17-23. Не хотят. Ладно, я соглашаюсь на 16-22. Ну, а что поделать? Соглашаюсь. Раз, два, три. Ну, я думаю, еще где-то поединков, наверное, 5. Если по 10 ступенек брать за бой, то... То, в принципе, можно нам действительно попасть на Лигу Мастеров 2 звезды. Да? Вполне. Но видишь, одно дело попасть, именно только попасть, а другое дело укрепиться, когда ты берешь, например, где-то, ну, 50-е место. Это такого рода гарант, что на следующей серии ты еще будешь находиться в Лиге Мастеров 2 звезды, и тебя не сбросят. Ну, вот как-то так. Раз, два, три. Опять же здесь, ребята, Майки. Да, он 71 уровня. Но, тем не менее, он тут есть. Опа. Не упали. Но, благо, Армагон у нас все-таки по уровню соточкой, поэтому он переплет. Если бы, например, он был бы 79 уровня, я имею в виду Микеланджело, он бы сразу бы стал ходить. Он, по-моему, даже быстрее бы стал ходить, чем мой Шреддер. Ну, а мы перемещаемся на 57 место. Так, слушай, а по-моему, мы же видели, да, 16-23, или мне приглючило? Вот, 17-23. Так, берем Армагона, берем Супер Шреддера. Уровень, как ты видишь, у противников уже 70-й. Так, и если раз, два, три, раз, два, три, два поединка. Если с этим, то три. Не получится перейти у нас на 3 звездочки, к сожалению. Даже какие на 3, на 2. Ну, ничего страшного. Не сегодня, так завтра мы обязательно туда переместимся.
А пока идеальная победа, и двигаемся дальше. Все в том же, ребята, направлении. Так, будет 46-я, наверное, позиция. 45-я. Давай-ка попробуем найти 17-23. И опять та же самая команда, только, ну да. Думал взять Армагона, например, с этим, с Усаги, например, или с Ваньки Стиранко. Потом подумал, а они же инициатива-то не очень сильная. А у нас там, тут ошибка, как говорится, будет непростительна. Сразу тут начнут расколбашивать. И поэтому не будем изобретать велосипед, а будем действовать по старой схеме. И надеюсь, мы с тобой еще успеем накопить мутаген для того, чтобы нам прокачать нашего кожеголового еще на один уровень. 33 место. Ну да, не выходит ни шиша. Буквально чуть-чуть нам не хватает. Где-то поединка 2 еще, да? 2 поединка нам не хватит. Раз, два, три. Ну, ради одного Леонардо я, естественно, не буду, ребят, тут тратить откаты. 4 штуки. Это нецелесообразно. Как говорится, и так сгодится. Ага. Замечательно. Ну вот, и все. С ареной на сегодня все, ребята. С ареной покончено. Давай теперь прокачаем уровень, заберем награды и тому подобное. А позиция будет где-то 20. Да, 22. Я тебе об этом говорил, что совсем чуть-чуть не хватит. Где у нас кожеголовый? Вот он. Уровень поднимаем, ребята, 90-й. Отлично, просто великолепно. Так, пиццы у нас... Пиццы у нас есть или нету? Пиццы у нас нету. Поэтому поиски никакие у нас не идут. Забираем здесь награду. Мутагена у нас очень мало, как ты видишь. Всего лишь 5000. Здесь у нас тишина. Осколков у нас 515. А это говорит, что еще, ребята... 200 осколков. Не осколков, а жетонов. И мы еще возьмем 3 ДНК на слэша. 3 ДНК на слэша. Прокачиваем, ребята, слэша. Потом я уже берусь за кроликов. Все-таки надо докачать. Тут тоже, ребят, совсем немножко осталось. Всего лишь 29 ДНК найти. И нормально, да, я не спорю. 830 жетонов нужно, конечно, но... Зато мы с тобой прокачаем самых сложных. Остальных вроде бы будет немножко попроще, потому что они участвуют у нас в разных событиях. Ну что, друзья, а на этом сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.